IQ-система состоит из двух шагов. Первый регенерирует ногтевую пластинку, второй формирует защитный барьер. Для подготовки ногтевой пластины нам понадобится бафик мягкого абразива, щеточка для смахивания пыли и пилочка. Наносим первую фазу Step 1 IQ-формулы тонким слоем. С помощью фена в домашних условиях или лампы накаливания, используя салон, прогреваем ноготь в течение 1 минуты. Затем сухой салфеткой по хлопающим движениям убираем остатки материала. Полимеризуем в лампе 1 минуту. С помощью безворсовой салфетки жидкостью для снятия липкого слоя снимаем липкий слой. Наносим вторую фазу Step 2 IQ-формулы на ногтевую пластинку тонким слоем. И снова просушиваем феном либо лампой. В течение 1 минуты прогреваем ногтевую пластинку. Сухой безворсовой салфеткой промакивающим движением убираем остатки материала. Полимеризуем в LED-лампе 1 минуту. Так же, как и на первом шаге, снимаем липкий слой. При желании нанесите на кожу клиента любимое масло для кутикулы втирающими движениями. Защита, укрепление и восстановление ногтевой пластинки готовы!